Всем здравствуйте. Сегодня 14 мая у меня произошел неприятный инцидент, такой как ДТП. ДТП с участием пешехода. Двигаясь на своем автомобиле по улице Киевской в сторону автовокзала, не доезжая перекрестка Киевско-Восточная, мне на автомобиль бросился человек. После ДТП сразу остановился. Он посмотрел мне на автомобиль и убежал. Я вышел на улицу, кричу ему, типа, стой, стой, куда ты бежишь? Я думал, мото находится в шоковом состоянии там или что. Я сразу позвонил на линию 102, вызвал наряд полиции для составления соответствующих материалов. Также у меня в автомобиле находилась пассажирка, которая также сама сказала, я подожду полицию, там дам им объяснительную. И плюс напротив на остановке стояла женщина, которая говорит, я тоже это все видела, я хочу, чтобы полиция у меня отобрала показания. Когда приехала полиция, я им предоставил видео своего видеорегистратора, где видно все, как происходило. Они отобрали объяснение у свидетелей. Также, где это все происходило, на заборе сидело два человека. Когда произошло ДТП, они с этим человеком, который прыгнул там, они общались. Я как бы не слышал, о чем общались, слышал, какие-то их были разговоры между собой. И я их попросил так же самое, чтобы, если они могут подождать полицию, чтобы подождали. Они, да, мы подождим, я как бы не увидел, но они где-то пропали. И после того, когда я пару раз посмотрел видео, как-то мне не сильно на ДТП похоже, а просто на какая-то подстава. А человек, когда вот было ДТП, он посмотрел на лобовое стекло, может быть, он видел регистратор и решил, что не получилось, и убежал. Так что, ребята, всем советую, купите себе регистраторы. Более-менее сейчас регистратор стоит около 2000 гривен. И поверьте, что он в жизни может быть очень сильно пригодится и очень вам помочь. Пишите в комментариях, как вы, на ваше мнение, что это было, ДТП или автоподстава. Кто не подписался, подписываемся. Кому понравилось видео, палец вверх. Кому нет, палец вниз. Всем до свидания, всего хорошего, до скорых встреч. Здравствуйте. Что осталось у вас? Сбил человека, он убежал. Убежал? Да. В прямом смысле слова убежал. Я наблюдал, что делал. Он кинулся под машину. Вот он, это его? Да, наверное, да, его. У вас регистратор есть на машине? Да, конечно. Вот он отсюда и шел, что-то непонятно, что я уже уходил, и он, получается, ударился мне в машину. Это ребенок малолеток взял на заборе сидели. Да я не рассмотрел его толком. От 20 до 25 минут, как кажется. Это такого возраста. А он тут трое были, а он ушел. Эта женщина стояла здесь, а эта женщина ехала со мной. Я просто вышла на дорогу переходить. Ну, без того ясно. И он кинул поэтому. Чуешь? Возьми фонусы поставил. Что делал? Куди побили? Он сюда во двор, я ему вышел, говорю, стой, а он побежал тебе. Как он вообще выехал в який? В цій полосі? Блин, я ехал, по-моему, в левой даже полосе, я что-то уже не помню. Он начал переходить, и вот тогда вообще на меня начал, не смотреть, вообще не в мою сторону. Я начал уходить от удара, получается, и он так ударился. Он на капот запрыгнул? Не, он сверху. Не, он ударился. А ты вы пассажир, да? Да. И вы пассажир? Не, она стояла с той стороны. Да. Я вам сейчас видео покажу, секунду. С цветами. С цветами? Да, с цветами. Я заметила, какие-то красные. Красные розовые, да. Да, он сам. Резво? Я сомневаюсь.